В регионе стартовал фестиваль национальных свадеб. Золотые и рубиновые юбиляры семейной жизни снова пришли в ЗАГС, чтобы оставить свои подписи в книге почетных гостей и отметить годовщину в соответствии с народными традициями. Для них провели специальную церемонию, а тех, у кого получилось, почти как в сказке, долго и счастливо. Ирина Трофимова. По соседству встречались просто так. Любовь проснулась в сердце. Супруги Панькины вместе уже 40 лет. Перед свадьбой провстречались год и поняли, дальше друг без друга жизни не видят. Свадьбу сыграли в Мордовии, в Саранске, откуда они родом. Позже, вслед уже за своими детьми, переехали в Самару. Секрет долголетия своей семьи объясняют просто. Муж у меня терпеливый достался. Добрый, отходчивый. Да, на самом деле... Нужно в своем характере большое терпение иметь, и тогда никаких несчастий не случится. Терпение, терпение. Свадьба у Панькиных была обычная, зато юбилей совместной жизни решили отмечать, как полагается, по всем мордовским обычаям. С обрядами и колоритными костюмами церемонию во дворце бракосочетаний провели для 6 пар. В рамках фестиваля национальных свадеб – башкиры, татары, украинцы, русские, мордва и чуваши. Каждая семья представляла традиции своего народа. Уже третий год проходит такой фестиваль, когда не просто мы включаем в обряды национальный колорит, но и вот собираемся таким замечательным составом, чествуем ветеранов, чествуем тех людей, которые не один десяток лет прожили семейной жизнью, воспитали детей, внуков и через всю жизнь пронесли национальные традиции и передали их в своих семьях. Фестиваль будет проходить 3 дня, 6 и 7 сентября. Во дворце бракосочетаний Самары свои отношения зарегистрируют 90 пар. Церемонию для них проведут в национальных традициях. А на площади перед ЗАГСом состоится стилизованный обряд русской и татарской свадьбы. Ирина Трофимова, Виктор Соколов, Новости губернии.